Здравствуйте, дорогие друзья! Я Пшатов Владимир Владимирович, заместитель начальника Дома офицеров Каспийской флотилии. Предлагаю вашему вниманию урок воинской славы на реке Сальницы близ Изюма, посвященный памятной дате военной истории России. 27 марта 1111 года русские дружины разбили половецкое войско. В истории русских воинских побед долгое время первой и самой знаменитой считалась баталия на Чудском озере, выигранная Александром Невским. Но куда справедливее было бы считать, и сегодня именно так и принято считать, первым крупным воинским успехом победу, которую 27 марта 1111 года одержали сводные дружины русских князей в битве с половцами у реки Сальницы. Эта дата не случайно стала первой по хронологии в нынешнем списке памятных дат военной истории России. Победа, одержанная русскими под предводительством Владимира Мономаха, княжившего в то время в Южном Переславле великого князя Киевского Святополка и черниговского князя Давыда Святославовича, была настоящей военно-политической победой, имевшей далеко идущие последствия, а не просто удачным исходом проходного сражения. Ведь чтобы справиться с превосходящими силами половцев, Мономах предпринял несколько истинно полководческих шагов. Во-первых, он реализовал принцип бить врага на его территории малой кровью, перебросив свои войска на землю, контролировавшуюся половцами. Во-вторых, он использовал транспорт, чтобы обеспечить быструю доставку пехоты к месту сражения, не переутомив ее дорогой. В-третьих, сумел превратить в союзника даже погоду, вынудив половцев сражаться в такое время, когда сама природа мешала им использовать все преимущества конницы. Но не только полководческими талантами Мономаха славна эта победа. Чтобы собрать достаточные силы, переяславский князь сумел добиться почти невозможного – объединить своенравных князей, заставив их хотя бы на время забыть междоусобицы. 27 марта 1111 года объединенные силы русских князей под руководством Владимира Мономаха на голову разбили превосходящее войско половцев на реке Сальницы. В результате этой победы вся половецкая орда была отброшена к горам Кавказа и берегам Каспия. 26 февраля 1111 года русская армия, возглавляемая коалицией князей Святополк Киевский с сыном Ярославом, Давыд Черниговский с сыном, Владимир Мономах с сыновьями, в боевом порядке двинулась к половецкому городу Шарухань. Город был осажден и в начале марта, после пятидневной осады, сдался. Сразу после этого было сожжено еще одно половецкое городище – Сугров. Точное место этих поселений не установлено, но историки сходятся в том, что театром боевых действий являлась современная Харьковская область Украины. Владимир Мономах знал, что половцы очень не любили воевать зимой, а март в те годы на Руси был сугубо зимним месяцем, в конце которого начиналась распутица. Князь организовал поход с учетом климата и не ошибся. Против вязнущей в мокром снегу и грязи степной конницы пешая тяжелая дружина, действующая от обороны, получила преимущество. Это стало ясно 24 марта, когда у Донца произошло первое ожесточенное сражение, в котором русские воины взяли верх. В короткой схватке княжеские полки устояли и отбросили врага. Утром 27 марта на реке Сальницы началось второе основное сражение. Половцы имели значительное численное преимущество, что позволило им со всех сторон обступить русское войско. Отбив несколько ожесточенных атак, русские полки по команде Мономаха внезапно перешли в наступление и нанесли скоординированный удар по противнику. В начавшейся рукопашной схватке ряды половцев расстроились, и их конница потеряла свое главное преимущество – возможность быстрого маневра. Решающую роль в сражении сыграли переяславцы Владимира Мономаха. В самый критический момент боя он оставил свой полк правой руки, сыну Ярополку, а сам повел в атаку свежий резерв, объединенную русскую конную дружину. Тяжелая конница буквально на куски изрезала половецкий строй и внесла окончательную сумятицу в ряды противника. Половцы не выдержали яростной схватки и в панике бросились к броду. Их преследовали и рубили, захватили большой плен и добычу. Около 10 тысяч половцев полегло на поле боя, остальные бросали оружие, прося сохранить жизнь. Битва при Сальнице стала своеобразной точкой отсчета. Русские князья поняли, наконец, что их сила в единстве, и при Владимире Мономахе Русь была едина. Кроме того, сняв угрозу с востока, русские открыли себе возможность освоения новых земель, и вскоре один из сыновей Владимира Мономаха, Юрий Долгорукий, основал Москву.
После 1111 года половцы лишь единожды подступали к границам Руси в год смерти Святополка, но замирились с занявшим престол Владимиром Мономахом. В 1116 году Ярополк Владимирович с Тиевскими полками и сын Давыда с Черниговскими вновь вторглись в половецкие степи, в верховье Донца, и взяли три города. После этого 45 тысяч половцев с ханом Атраком ушли на службу грузинскому царю Давиду Строителю. И когда спустя несколько лет Мономах вновь отправил своего сына Ярополка за Дон против половцев, тот не нашел их там. 27 марта. Памятная дата военной истории России. В этот день в 1111 году, во время похода в Донские степи, Владимир Мономах одержал блестящую победу над половцами в битве при Сальнице. Благодаря героизму и решительности русских дружин, превосходящее половецкое войско было разгромлено. Тогда Владимир Мономах пил золотым шеломом Дон, восхищались летописцы. Набеги половцев на Русь прекратились почти на 15 лет.